Милые дамы, хватит затаскивать ваши халаты до дыр. Мы предлагаем вам вот такой великолепный, роскошный халат Эвелина. Мы все время говорим про джемперы, свитера, какие-то там толстовочки, курточки для утепления. Но можно же утеплить себя не только на улице, но и дома. Потому что это халат, это зимний халат, утепленный халат, очень красивый и очень теплый халат из 100% хлопка. Цвет у него коричневый, хотя, несмотря на это, здесь и огурцы, и цветочки, и все. Но для заказа вам нужно будет просто сказать, что цвет коричневый. И размерный ряд от 50 до 62 размера. Но это не просто 100% хлопок, это еще и уникальная, очень дорогая ткань, набивной футер называется. Так, давайте это та, которая заглянем внизу? Вовнутрь. И вот она, вы посмотрите. По качеству такое приятное ощущение, как будто я глажу фланелевую пеленочку детскую. Это очень приятно после ванны выйти и сразу на голое тело надеть такой халат. Это будет очень приятно. Очень приятно, действительно, очень дорогая ткань. Дорогие телезрители, цена премьеры 1690 рублей. Только в течение нескольких дней будет действовать такая превосходная цена. А такая превосходная цена, потому что мы напрямую работаем с производителем. Да, дорогие телезрители, заказывайте у нас продукцию только на телеканале Shop & Show. Самые-самые привлекательные цены. Ну, а мы приглашаем нашу модель на подиум. Елизавета, пожалуйста, продемонстрируй все великолепие этого халата. Действительно, ты смотришься по-королевски. Даже очень дома вы будете королевой. Очень красиво. И цвета тоже идут всем, потому что здесь собрана вся палитра, которая оттеняет любой цвет волос и цвет глаз. И блондинкам, и брюнеткам, и всем. Здесь и коралловые, и красные, и белые, и коричневые, и бежевые тона. Здесь абсолютная мода, мода, еще раз мода. Очень модные, действительно пестрые эти цветы, великолепно смотрятся на основном тоне. Ну, а при этом основной фон достаточно пастельный, да, коричневый спокойный, тон. Спокойный, домашний цвет, да. Уютный халат, и в то же время вы в нем очень красивая богиня, я бы сказала. У Лизы рост 172 сантиметра, вот так вот выглядит эта модель на Лизе, чуть ниже колена. Да, халат должен быть чуть-чуть подлиннее колена. Да, да, но он должны смотрится чуть свободно. Это приталенная модель, то есть в любом случае вы не будете в нем смотреться как-то так, как мешок. Это в любом случае очень красивая, но женственная выглядит модель, так свободно, подчеркивающая фигуру. Да, еще будет выглядеть так свободно, потому что Елизавета примерила халат чуть больше размером. У нее 52-й, она примерила 54-й, да, Елизавета? И поэтому немножечко чувствует себя комфортно. Ну да, Елизавета предпочитает дома комфорт. И даже в одежде. Будем рассматривать детали этого замечательного халата. Давай измерим наш халат по спинке. Так, да, где у нас наш сантиметр. Сантиметр. Сейчас мы его измерим. Как раз узнаем, он ниже Сережа, колена, спасибо, по колено. В зависимости от вашего роста как раз и будет его длина. Итак, мы измеряем. Значит, от верхнего края воротника до подола он у нас составляет сколько? 113 сантиметров. Давайте я подниму, чтобы вам сантиметров было видно. Оптимальная длина. Он не короткий и не длинный, потому что в длинных иногда все-таки дома неудобно. Короткие не всегда порядочно, а это самая оптимальная длина, которая и тепло, и уютно, и красиво. Особую красоту дополняет этот халат наш при помощи вот этого накладного воротника. Очень красивый воротник. И вырез небольшой, не маленький, очень оптимальный вырез, подойдет как и молодым, так и более зрелым дамам. Он очень красиво смотрится, он очень красиво лежит, и очень красивая оторочка, вот такой вот алый, красивый, коралловой тканью, тканью, да, да, очень красиво. Здесь, смотрите, все в тон, и на воротнике, и цвет самого халата тоже с этим цветом, и переходим к пуговицам. Это очень удобно. Это очень удобно. Ну, во-первых, пуговицы, чем они удобны? Потому что в молнии могут застрять волосы или, да, там, одежда какая-то, которая накинута под низом. Здесь у вас такого не произойдет. Пуговицы – это оптимальное решение, да, для халата. Да, быстренько застегнулся и быстрее из ванной спать. Или, наоборот, они на кухню готовить. Да, вы знаете, они тоже кораллового цвета, ну и коралловые элементы еще присутствуют на наших рукавах. Вы посмотрите, вот здесь вот такой вот двойная обтачка нашего манжета. Вы посмотрите, значит, как красиво. Значит, рукав не будет растягиваться, абсолютно он не будет верно загибаться, он не будет деформироваться, он всегда будет прекрасно держать форму. Это очень удобно и очень комфортно. И такой же декор у нас есть на карманах.
обратите внимание, здесь два очень вместительных накладных кармана, потому что не бывает домашних халатов без кармана. Да, я люблю карманы в домашнем халате. Здесь у меня хранится все подряд. Ой, глубокие, и телефон, какие и хорошие. Записочки, напоминания. Да, он очень глубокий, сюда можно и даже засунуть ручки и погреться там, потому что еще раз напомним вам, дорогие телезрители, что это набивной футер. Да, эта ткань очень теплая, к тому же, на зиму то, что надо. Размерный ряд от 50-го до 62-го размера. Торопитесь, торопитесь, потому что у нас их раскупают, как горячие пирожки. Размер еще есть в наличии, но, к сожалению, уже не так много, как было. Цена премьеры 1690 рублей. Такая цена будет действовать только несколько дней. И еще я вам хотела напомнить про нашу акцию, дорогие телезрители. Телеканал Shop & Show проводит уникальную акцию. Вы можете выиграть путешествие с 16 октября по 15 декабря. Для этого вам просто нужно приобрести любой товар на нашем телеканале, и вы автоматически станете участником этой уникальной акции. А победитель определится 20 декабря. Будьте с нами, оставайтесь с нами и смотрите телеканал Shop & Show.